Поехали? Да. Температура на улице минус 7. Попытка поставить регулятор буша 200 на фрифлоу при дыхании на поверхности. Работаем байпасом. При минус 7 основной регулятор на фрифлоу не становится. Буша 200. Никаких признаков фрифлоу. Тест заканчивается. Будем делать попытку поставить на фрифлоу октопус буша, который стоит на первой ступени от 40-го аффикса. Вот октопус. Байпас. Никаких изменений в работе октопуса точно так же. Вот октопус встал на фрифлоу. В теплой воде опять отогрелся. Еще раз попытка. Октопус встал на фрифлоу. Опускаем в воду. Октопус на фрифлоу поставили. Еще раз поэкспериментируем с основным регулятором. Основной на фрифлоу не становится. Из регулятора летит лед, снежинки, но на фрифлоу не стал. На этом эксперимент заканчивается, и мы выходим. Окей.